Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. К сведению руководителей малых и микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Оренбургстат напоминает, субъекты малого предпринимательства предоставляют в обязательном порядке сведения за 2020 год по формам статнаблюдения номер МПСП и номер 1 предприниматель в органы госстатистики не позднее 1 апреля 2021 года. Подробности по телефону 31 28 76. Строительная компания приглашает инвесторов – физических и юридических лиц. Телефон 8 987 882 63 64. Ремонт квартир. Обращаться по телефону 96 88 82. В столовые города Оренбурга требуются заведующий производством, повара, работники кухни, грузчики. В столовую города Ясный требуется инспектор по кадрам. Обращаться по телефону в Оренбурге 48-00-04. Требуются работники на ферму. Жилье предоставляется. Звонить по телефону 25-58-58 или 8-903-395-58-58. В ресторан гостиницы «Виктория» требуется повар. График сменный. Телефон 22-26-56. Требуется водитель с категории Е. Звонить 42 63 31 или 42 06 08. В хлебный цех требуется пекарь, формовщик, помощник пекаря. Телефон 25 13 90. На улицу Беляевскую требуются грузчики и оператор 1С. Телефон 8 922 853 88 93. Компании «Транслист» требуются слесари по ремонту грузовых автомобилей. Телефон 8 922 809 58 81. На улицу Беляевскую требуются с оптом работы и личным автомобилем, электрик с допуском, а также механик по автотранспорту. Телефон 26 87 31. Требуется уборщица в автосалон на Загородное шоссе. Телефон 8 922 543 43 52. В кондитерский цех срочно требуется электрик-слесарь-сантехник. График работы с 8 до 17 часов. Зарплата своевременная. Телефон 57 25 01. Требуется начальник цеха окон ПВХ. Звонить 92 11 26. Требуются сварщики. Телефон 42 63 31. На постоянную работу требуются грузчики-комплектовщики. Зарплата от 25 тысяч рублей. Телефон 8 903 391 24 44. Компании «Опторг» требуется главный бухгалтер. Звонить 8 922 826 1604. Охранному предприятию требуются охранники. Звонить 55 77 31. В управляющую компанию требуются водитель с личным автомобилем, дворник, разнорабочий, уборщица подъездов. Телефон 48 40 80. Требуется слесарь-сантехник, дворник. Обращаться по телефону 30 59 58. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, штукатур-маляр, плотник. Зарплата от 20 тысяч рублей. Звонить 48 22 33. Предприятие «Кушкульские теплицы» приглашает на работу тепличников, продавцов, слесаря КПА, лаборанта по биометоду. Телефон 387-722. Компании «Транслист» требуются машинисты башенного крана. Звонить 53 85 03. Требуется водитель на ломовоз. Оклад 25 тысяч рублей плюс сдельно. Звонить 60 36 70. Требуются дворники. Телефон 8 922 551 44 40. Требуются грузчики. Телефоны 29 49 65 или 8 987 344 78 65.
Требуются лицензированные охранники на объект, расположенный в поселке 9 января. Телефон 90-83-29. Требуются водители категории БЦ, тракторист, разнорабочие. Телефон 8-987-882-63-64. Требуются разнорабочие. Телефон 8-922-886-41-44. Требуются продавец, пекарь, кондитер. Телефоны 26-04-61 или 60-40-42. В Оренбургстат требуется специалист по охране труда и заведующий хозяйством с высшим профессиональным образованием, с опытом работы в административно-хозяйственной деятельности по федеральному закону номер 44. Трудоустройство по трудовому кодексу, соцпакет, условия работы и оплаты при собеседовании, телефон 31-25-75. Требуется контент-менеджер, сфера деятельности СМИ, сборообработка информации, рерайт, размещение информации на сайте и в соцсетях компании. Требования: грамотность, знание базовых основ СММ, SEO, работа в офисе, оформление по трудовому кодексу, зарплата после собеседования, резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Требуется выпускающий телерадиоэфира, выпуск теле- и радиопрограмм, контроль и удаленное управление областных объектов связи, образование среднее специальное или высшее техническое, оформление по трудовому кодексу, телефон 56-01-55. Резюме отправлять на электронный адрес, который вы видите на экране. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.